Yeah, boy. Я в 5 часов утра проснулся, чтобы скачать эту игру. Я вообще проснулся в 4. Давай, руби. Я в 5 часов... Не, в 4 часа утра проснулся, чтобы скачать эту игру. Она появилась в 5. Потом я ждал еще, пока она скачается. 80 гигабайт. Мать его. Чтобы для тебя сделать видос самым первым. Я надеюсь, ты это ценишь. И сегодня я, короче, не пойду ни в какие универы, ни в какие работы, ничего. Сегодня просто буду снимать. Не знаю, буду насколько часто выкладывать сегодня, но несколько видосов выйдет. Наконец-то. Два года ожидания, ребят. Ты можешь это поверить? Мы наконец-то в это играем. Как ты ожидаешь, зайдет это нам или нет? Роксана, Глэм-рок, Чика, Фредди Фазбер поднял руку. Если я правильно понимаю, Фредди Фазбер должен быть нашим другом, да? Ой-ой-ой, поехали. В нем кто-то есть? Ошибка. Внимание, найдена угроза. А, все. Фига. Федор минус. Федор. Зашибись. Так мы это видели в трейлере, в смысле? Ля, ну музяку послушаем. У нас какое-то шоу начинается или что? Ля, все, ну подожди, это мы не видели уже. Короче, идет наша банда. Ха-ха, Рокси, здорово. Неплохо. Слушайте, начало мне уже нравится. Вот если такой же графон будет в самой игре, то это топчик. Это прям топчик. Графика 10 из 10. Так, ну короче, мы смотрим чисто выступление Glamrock аниматроников. Нормально, за такое выступление лайков не жалко на самом-то деле. Хорош. Так, они поднимаются из подвала на сцену, правильно я понимаю? О-о-о, и зажигаем. Класс. Не, ну неплохо, неплохо. Отжигают аниматроники по полной. Мы, ну все, нам в 9 вышел, надо радоваться. О, вот это неплохо, вот это неплохо. Монтгомери Гетто. Да. Роксана Волк. Отлично. Глэм-рок Чика. С вами мы уже знакомы. И Фредди Фазбер, конечно же. Зацени, сколько там народу, вы видели? Народа просто... Так, все, Фредди заключил. Фредди заключил, не понял. Опасность. Тревога. Обнаружен ребенок. Все, Фредди, ты беременна. Фредди умер. Блин, ну мы. Ну, как бы все, конец игры. В принципе, ну, коротенькая игра оказалась. Я думал, побольше будет, но что-то вот как-то закончилось. Игра сломалась и. О! Смотреть все, что здесь есть. Это мы видели с вами в трейлере. Это представление новых глэм-рок аниматроников. Кто у нас есть? Давайте вспомним. Роксана. Монтгомери, Глэм-рок Чика, Глэм-рок Фредди. Ой, как она забавная. Болтыхает своей гитаркой. У нас просто есть группа рок-аниматроников. Почему, кстати, интересно, нету Глэм-рок Фокси и Глэм-рок Бонни? Я так понимаю, что аниматроник Монтгомери заменяет Бонни. Хотя и у Роксаны тоже есть гитара. У них у всех есть гитары. А у пирата, кстати, Фокси нашего не было. Это обалденный, на самом деле, превью аниматроников. Мне очень уже нравится. Оно такое, знаете, представительное. То есть в торговом центре такое бы хотелось увидеть на нынешний даже момент, чтобы такие аниматронные существа были. Ну, это целый клип. Монтгомери, гитара. Роксана Вульф. Глэм-рок Чика тоже гитара, а Роксана Вульф у нас это, клавишница. И Фредди Фазбер. Да, дорогие друзья, все аниматроники в сборе, и кажется, у Глэм-рок Фредди какие-то неполадки. Он кого-то обнаружил. Он просто упал без связи. И на самом деле пока непонятно, что будет дальше происходить. Фредди. Окей. Так, какой-то концерт.
Концерт аниматроников хорош, окей. Нам сказали, там, дамы и господа, мальчики и девочки, поднимите ваши руки, потрясающее развлечение, эксклюзивно только в пиццерии Five, этот Фредди Фазбир, окей. Рок-группа какая-то, вертикальной синхронизации я почему-то не нашел в настройках. Графику поставил на ультру, но полосы по экрану проскакивают, полосы на экране видно, и это печально. А что поделать, Окей, у нас какой-то рептилоид, медведь, чиха, судя по всему, и вот это вот, кто это? Я узнаю только Фредди, на самом деле, и чику, возможно, это Фокси, что ли, как там в лесу-то звали, правильно? А кто вот этот рептилоид, возможно, появился в каких-то других частях, которые прошли мимо меня, потому что, по-моему, с четвертой части, которая, или с пятой части, какой там последняя часть ты видел? Прошло уже довольно много времени, довольно много частей, но те части, по-моему, мне не особо сильно понравились. Я их даже и не трогал, я их даже не смотрел. Ладно, окей. Идет представление. Роксана Волк, Гламурок Чика, окей, да. И Фредди, собственно, Фазбир, да. Ну, смотри-ка, двух я угадал, двух я не знаю. Так, заклинило, спокойно. Сейчас будет опасно. Спокойно, я говорю, все, панику убрали, сейчас будет плохо. Плохо, сейчас кому-то будет, я так чувствую. Все, медведь упал. Программа полетела. Короче, судя по описанию из Стима, играть мы будем за какого-то мальчика, который... Вкладываем руки в ладоши, хлопаем. Единственный неповторимый Фредди Фазбир! Да! Я, правда, это самое, не сказал бы, что он единственный. Он вообще не единственный, там еще куча людей. Ну, людей. Куча аниматроников вылезла на сцену, а вы одного только его хвалите. Куда это годится? Да ты просто рок-звезда, чувак, мать твою. Так. Охренеть, это как он вообще этими культяпками там перебирает, еще что-то по струнам попадает. Ну, молодцы, молодцы, ребят. Ох, нифига себе, ты посмотри. Не, ребята, вы отстали от моды. Сейчас глэм-рок уже не в моде, сейчас надо рэп хреначить. Давайте, собственно. Вот когда Фредди Фазбир замутит фит с Моргенштерном каким-нибудь, тогда точно будет к славе. Вот это уже, кому это сейчас интересно, уже все, это время уже прошло, ребят, да. Так, ну слушайте. Не, они, конечно, да, они, конечно, жестко отжигают, клево себя выставляют, демонстрируют просто по полной программе свои музыкальные способности, шоуменство, все такое прочее. Роксана Вульф! Глям-рок Чика! Фредди Фазбир. Ну, очевидно, кто у нас тут фронтмен, в общем-то, это понятно. Так, я очень надеюсь, что у него не включается программа ненависти к зрителям и уничтожению всех. Ой. Приболел, приятель. Ну... ...стался достаточно бодрым и даже эффектным. Нам представляют нашу новую шайку аниматроников. Это Монти, Рокси, Глэм-рок Фредди и Чика. Вначале нам ясно понять, что Фредди явно отличается от своих собратьев. И в отличие от них, на протяжении половины игры он нам будет помогать, что... Пойдет! Ни хрена себе! Лякоти! Слушай, я уже забыл, там вроде трейлеры то же самое вроде как было, но... Хорош! Так, я точно не скачал FNF Edition, какого хрена? Ребят! Скотт, что ты там такое придумывал? Напридумывал. Шу! Слушай, охрененная пиццерия просто! Насколько эта пиццерия там рассчитана человек-то, а? Роксана! Глэм-рок Чика! Фредди! Красавцы, как все на подбор, а? Посмотри-ка просто, а? Ну что там? Ля, что происходит, ребята? Пиццерия? Ну типа... И там четверо будет? Музон мне нравится. Музон скайп. Опа.
А там гнезда не было, прикиньте, так. Воткнула. Ну, вступительный ролик клевый. Или это вообще не вступительный ролик? Может, уже геймплей идет, я не знаю. Смотри, красотка какая, а. Крокодил мне меньше всего нравится, если честно. Как его зовут-то, я забыл. А, вот они все 80 гигов в этом ролике. А, наверняка, да. Да и все деньги на разработку тоже в нем. Глэм-рок Чика. Фредди Фазбир. Так, я пропустил первого, да? Спросил, как зовут крокодила и не посмотрел. Ворнинг, ворнинг, осторожно. Кто-то обнаружен. И вырубил. У нас начинается с какой-то невероятно эпичной кат-сцены, в которой почему-то не было субтитров в начале. Мне даже сказали, что игра содержит вспышки и различные джампскейры. И это плохо на самом-то деле для меня, потому что я до усрачки боюсь скримеров. И это точно FNAF, а? Я вот немножечко видел FNAF, знаете, и это не очень на него похоже. Охренеть. Что здесь происходит? А вот где будут джампскейры различные? Вот вы хотите сказать, что они будут меня пугать? Но они же не страшны нифига. И что-то они как-то слишком эволюционировали вот с первой игры. Я немножечко играл в первую игру, и там они выглядели вот супер всратой. Здесь они выглядят шикарно, вы посмотрите на этого Фредди. Возможно, это правда и не Фредди, я не шарю. Если я не ошибаюсь, это вот примерно 9-я игра в серии. И у меня в голове не укладывается, что они за столько лет умудрились выпустить 9 игр. Да, это Фредди. Интересно. Я в шоке, если честно. Я ожидал чего угодно, но не этого. Я ничего не читал об этой игре. Я даже не знаю, какой в ней будет геймплей. Кто я? Что я? Зачем я? Как... Ого, 4 мишки, Фредди. Это я. Я хочу выглядеть таким в следующей жизни. Нет, таким. Нет, таким. Я настроен, чтобы меня напугали до усрачки. Эй, си, сэй, эй, сэй, сэй. Muchas gracias y la visión. Ого, что-то происходит. О боже мой, сейчас будет страшно. А нет, все, гг. Мишка Фредди нахреначился в водке, походу, и... Эй. Ну так, глэм-рок аниматроники. Чика, Роксана, Монти и Фредди. Кстати, я думал, что Роксана это... Ну, лисица. Оказалось, что Роксана это... Это волчица, кстати. Ну окей. Давайте посмотрим на это чудо. Кстати, вы же знали, почему их называют глэм-рок-аниматроники? Потому что есть такая разновидность рок-музыки — глэм-рок. Это как бы рок-н-ролл, но при этом... Отличительной чертой является... Яркая вызывающая одежда, яркие огни. Глэм-рок. Ну, отсюда аниматроники пошли. Ну, плюс еще, знаете, закос на 70-е. То есть вот эти вот все шрифты, цвета и прочее, очень много розового, это все опять же посылочки на 70-е. Так, Фредди, ух ты, видос глаз Фредди. Так, что, кого он видит? Кого-то он там нашел. А чё он упал?
сам это не осознаю, но во ФНАФе появился сюжет. Не ёбаный лор, построенных на теориях популярных теоретиков, а сюжет. Более того, это неплохой сюжет, что для сервайвала очень даже неплохо. И самое главное, он не какой-то изъебанный, где нужно, чтобы узнать имя ГГ, нужно копаться в файлах игры или читать книжки, собственно говоря, делают в Навере. Сюжет повествует нам о мальчике Грегоре, один опенинг игры пересматривал кучу раз за счет красивой картинки и музыки. Помню, Роксану помню. Ладно, погнали, играть, новая игра. Не нравится, вообще не весело. Ой, вот эти, еще Диада, вылезли, демоны. Мне вообще не нравится. Почему кто-то от них балдеет, а? Все, предлагаю пропускать. Мне неинтересно, спасибо. Стрём.